21 июля 2014 года. Сегодня утром обнаружили, что груша, посаженная 2 года назад, она у меня болела, зацвела. Сейчас еще покажу, как вишня тоже у нас что-то надумала цвести. Сейчас. Решил за нами подсматривать из-за угла. Такая красавица. Я наконец-то вычистила дорожку и обработала ее гербицидом. Сегодня буду чистить одрю. Сейчас покажу. Еще наши розы. Это куст желтой розы набивает цвет. И кобелы. Бело-желтоватые. Тоже набило очень много бутонов. Вот эту розу мы в прошлом году покупали как плетистую. Что-то плети она у меня выгоняет. Не очень сильно, наверное, болеет. Вот такие очаровательные. Малина решила у нас цвести 31 июля. Набивает. Люди едят малину, а у нас она зацветает. И сегодня утром обнаружили. Вот такая елочка у нас. Она в ураган в апреле упала, и Ласло ее веревкой приподнял, привязал веревкой к забору. Так, ага, вон-то. Это наша слива. Это наша и вот вишня. И вот еще одна вишенка. Такую крохотульчику сажали 2 года назад. Тоже вдруг решил у нас цвести 31 июля 2014 года. Такой наш сад стал через месяц после нашего приезда.